Отлов бездомных животных приостановлен, контракт с подрядчиком может быть расторгнут. Сегодня об этом заявили специалисты администрации города. Резкие высказывания прозвучали во время визита на место, где якобы должны будут содержаться отловленные на улицах животные. Но подрядчик навстречу не пришел, все двери оказались закрыты. По словам начальника отдела благоустройства, о визите и проверке подрядчик был предупрежден письменно, но в назначенное время он не приехал, территория оказалась закрыта. Все, что удалось увидеть операторам за забором, это занесенная снегом территория. Ни одного вольера в зоне видимости не было. Если никаких внятных объяснений не будет, на сегодняшний день мы отлов приостановили, потому что мы не уверены в судьбе собак. В прошлом году подрядная организация, которая работала, она находила общий язык со всеми организациями, в том числе и с общественными. Мы сами понимаем, что работа очень серьезная, и здесь в одиночку не справиться, тем более за такие деньги. И необходимо всем миром браться за это и решать эту проблему, потому что у нас есть и бешенство, и все это подступает в городу Кирова, мы должны этим заниматься. С подрядчиком нам удалось связаться уже после рейда. По телефону он сообщил причину неявки. Оказалось, что примерно в то же время, когда делегация караулила у закрытых ворот, Анатолий Ушаков находился в другом месте, в Костино, с представителями дирекции зеленого хозяйства. Именно там он показывал специалистам вольеры и условия содержания животных. А в самом городе, где его ждали представители мэрии и куда администрация пригласила прессу, оказывается, площадка другого назначения. Здесь будут содержать и дрессировать лишь тех отловленных собак, которые могут быть полезны на службе человеку. Я еще ничего не потратил, ни одной копейки, да, бюджетные деньги, все. Началась, скажем так, ну, непонятная какая-то возня, которая, вот, честно говоря, из ничего, да. Вот, я понимаю, я уважаю мнение общественных организаций, которые не предвзято, а объективно, скажем, как-то смотрят на любую проблему, неважно, там, собаки, кошки, там, что угодно. Я хочу работать в правовом поле, да, я хочу, чтобы меня тоже слышали и немножко уважали о пяти действиях и том нажиме, который был на той неделе. Ну, истерия, я бы ее назвал даже так, с ее стороны. Я сказал, Александр Николаевич, я готов предоставить то, что есть, уж на то пошло. То, что специалисты сегодня действительно выезжали с подрядчиком в Костино и осмотрели территорию, которая по договору отведена для содержания собак, подтвердили в дирекции зеленого хозяйства. Больше никаких подробностей и комментариев. Напомним, ситуация вокруг контракта по отлову бездомных животных в этом году сложилась непростая. Зоозащитники выступили против нового подрядчика, подозревая его, мягко выражаясь, безответственном отношении к животным. Кировчане уже обратились в Госдуму и прокуратуру. Администрация готова ждать от подрядчика объяснений и допуска на территорию в течение этой недели. В случае отказа договор с компанией может быть расторгнут и будет объявлен новый конкурс.